Итак, всем привет, мы уже обходили линка у него Майнц. Так, как я понял, тут можно модифицировать оружие, только сейчас, кстати. О. Ну-ка. Так, режим огня, время перезарядки. Учить. А что тут модифицировать можно? А, подставник дробовик. Не, гранатомет лучше. А вот как гранатомет я бы взял, кстати. А, тут прицел можно иметь, класс. Лазерный цельник из автомата. Давайте-ка поставим лазерный указатель, что ли. Так, что у нас еще там? Пистолет, пулемет. А он вместо чего бьется-то? Тактический дробовик. Так, по пистолет пулемет. Ну-ка. А вы больше нельзя ничего? А, приобрести. Звони 11. Не. А этот? Ну. Так и все. А его нельзя что ли приобрести? Он у меня есть. Ну, ладно. Так, это есть озонный прицел, отлично. А это нету. Отстой. Ну и хрен с ним. Да, реально, хрен с ним. Смотреть оба, патроны беречь, по своим не стрелять. Не, не стреляйте, по своим стрелять. Так веселее будет. Вот же черт! Вас понял, всем внимание, начинаем! Да-да, начинаем. Вот оно что. Да сволочь. Я по этой забыл. Дерьмом отрезаны. Как обычно. Так, надеюсь, опять на этой раз тут не сдохну. Так, секунду.
Так, пистолет, пулемет. Тактически до бойкота будем. Ага, точно. Так, отлично. Так, а это что у нас? Мина. Зажигательный снаряд, граната. Лучше зажигательный. Личное оружие. Да уж, вот этот с оптическим прицелом. Так, ну вот и все. Да, вот и все. Слушай, делай как я, понятно? И как ты делать собрался? Так, кстати, основной что тут? Йо. Тут огнемета с чем нету. У меня, кажется, все время столько уже с собой было. Вы издеваетесь. Да ну вас нафиг. Реально жесть какая-то. Делай как ты, ну-ну. Тварь близко, уходим! Куда? Выстрелы ее только бесит! Бежим! Ага, бежим, блин. Ну, бежим. Куда только. Они не бегут, что ли? Лимхана. Йо. Кидалова. Ну, спасибо, Восли, опять. Чего твой бот, а? Приготовиться, оружие к бою! Да блин. Вали, никто не держит. Нет, это издевательство, честно. Смотреть в оба, патроны бери. Чего твой бот, кидают там и тут. Собраться, не отступать! Ага, собраться, не отступать, мы бежим. Хочет черт! Вас понял, всем внимание, начинаем! Так, а как мне эту хрень пойти, я что-то не пойму. Да ё-моё, не туда жму. Да твою мать. Не весь. Да что за фейлы сегодня, а? Поэкспериментировал с оружием, называется. Приготовиться, так, ладно, хрен с ним. Нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит. Да задолбали с одними этими же советами. Лучше сказать какую-то хрень обойти. Хочет черт! Вас понял, всем внимание, начинаем! Ага, начинаем. Быстрее уже заканчиваем. Дробовик неплохой, кстати. Еще и скорострельный.
Жаль, только перезаряжается долго. Ага, делай как ты. Издеваются. Тварь близко, уходим! Выстрелы ее только бесят! Бежим! Да, вот и сюда. Отлично. Блин, наконец-то этот момент уже пошел. А, это замораживает, типа, током. Ладно, ладно. Так, оставлю пока вот так. Этот хрень здоровая. Куда он свалил-то? Тут, если что, прятаться уже некуда. Парни, у нас гости. Живой. Стрелы ему не страшны. Может, испугается груза в 1000 фунтов. Да-да, я тоже так думаю. Иди сюда. Ну. Иди сюда, засранец. Ну и где он? А вот. Блин, хрен попадешь. Да твою мать. Да задолбал. На. На. Ну, давай. Блин, а. Чё, сейчас за лапа тихо? Зажали. А нет, вышел. Да на, блин. Чёрт, ты отстой. Да, сука. Честно. Так, надо аптеку. Да, уж взял. Отстой. Черт, не мой уровень явно. Выстрелы ему не страшны. Может, испугается груза в 1000 фунтов. Вряд ли. Еще этим опытом хрен попадешь. Где он? На. Thank you.
Да на. На, 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 на. На. Стопни уже, е-мое. Ах ты ж говня. На. Куда? Сдохнешь ты уже, нет. Ну наконец-то, давай его, давай, давай. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. Я ведь не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решение. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй, может, поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя. Эй, все нормально, все нормально. Убери пушку, Белла. Белла, убери пушку. Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите! Возвращаемся в центр управления! Умитесь обе, черт бы вас побрал! Сулакра, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морпехов. Возвращаемся к вам. Нас тут. Я понимаю. Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний день потерял 300 человек, так что я вас понимаю, уж поверьте мне на слово. Рид, Белла, немедленно прекратите лаяться. Разрешите... Отставить! Ты приняла правильное решение, сама это знаешь. Тема закрыта. Вы двое, шаг вперед. Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово ВЮ, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей, и слишком много морпехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. Тут рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается. Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морпехов. Разговор окончен. Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а свои юмы разберемся. Главное, нам не мешай. Да уж, весело. Следующий эпизод, куда же еще деваться? В чем дело? Тут мы не проедем. Цилиндра набила столько пыли, что мы еле ползем. Дальше пешком. Сулака, это Уинтер. Зашибись. Мы доберемся до комплекса на своих двоих. Понял тебя, Уинтер. Не забудь про чертов список. Это че? Это военный шаг, но на наши они совсем не похожи. Да это не наши, а вы че думали? Да, ваше силе, походу, самое началось только. Эй, вы, живо вниз! Если заметить, до комплекса мы не доберемся. Ага. Это я уже понял. Чего, мало мне чужих было, так ищите летающих. Эй, не. С лаком. Мы обнаружили транспорт. Сэр. Там никто не выжил.
Всех прикончили ксеноморфы. Прием. Понял, Уинтер. Выполняй задание, о парнях мы позаботимся. Конец связи. Ага, позаботитесь, если о вас чужие раньше не позаботятся. И это еще что за херня? А, это дым. Тихо-тихо. Это часть инженерного отсека. Блин, они, конечно, много дали, офигеть. Куда столько чекпоинтов? Фанга, говоришь? Оружие к бою, огонь! Твою мать! Ну зашибись. После так тебе не пойдешь. Где стальные талы? Подпрыгать. Даже не думай. Везет, конечно. Там что-то лежит. Так это и есть список, что ли? А, не. Я думаю, это список пассажиров. Патроны, это хорошо. Че тут, куда они под стол все лезут? Че твои боты, блин? В реальности бы так уже заново давно было. Пулю шарную схватить. Надо валить, надо валить, надо валить. Давали, ё-ма. Благо дохнут быстро, один плюс. Больше плюсов нету. Так, сюда что ли? Давайте-ка на шотган лучше. Йо. Зашибись. Контрольная точка, это хорошо. Бесит, что в этой кэссе сохранения нету. Мне-то все время в современных играх бесит. Одни чекпоинты всюду. Особенно в Dead Space третьем, вообще разочаровало. Не могли оставить сохранение старой. Да давайте, шевелите булками. А то из дырки сейчас чужой вылезет. Да хватит на меня прыгать. Надоели. И именно на меня только лезут, очень смешно. Висит ботом, у них бессмертие. Мне бы так. Что это за сияние на стенах? Оно движется. Видите? Чё за... Что за чёрт? Сука, они плюются кислотой! Кислотой, мать вашу! За тобой! Зашибись. Плевальщики ещё какие-то теперь. Это чё, Left 4 Dead? Обычные заражённые. Плевальщица, блин. Реально, под Left 4 Dead косят. Под плевательство. Идиотизм. Плевун на потолке! Два. Бежим нафиг, да и все. Да хрен с ними, а. Просто бегите, ё-моё.
Тупые боты. Надо мной никого. А может и есть. Да я не знаю, мне как пофигу. Они бегут. За мной бегут. Бегут, бегут, бегут. Ну, не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Ну, скажите, где логика? Я сейчас этот момент весь тупо побежал. Они даже за нами не пошли. А будто тупо телепортировались ко мне, когда я от них далеко убежал. Никакого реализма, блин, идиотизм. Хороший рифма, кстати. Никакого реализма, один идиотизм. О-о-о. Тихо. Двое где-то есть. Шевелится причем. Похоже, у горничной был выходной. Везет. Хорошая шутка была. Что, поворачивать назад уже поздно? О, Нил, нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Ага, пока. Дверь не поддается. Видать, намертво заела. Нужно ее выбить. Чем? А, ну можно и ногой. Ты что, сбрендил? Нельзя шуметь! Так, ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из Вою в радиусе мили. Ну что, в гигантской воронке? Парни, датчик показывает большую активность в пределах нашего периметра. Так что, держитесь. Ага, большая активность, Лена. А, вон. Три штуки видел. Один. А, вон он. Зашибись. Надо в темпе. В темпе, ребята, в темпе. Оружие к бою, огонь! Твою мать. Красиво взываются, ничего не скажешь. Зачем сегодня такой пошел? Блин. Что за идиот догадался поставить ближнее оружие на В? Блин, найти руки отдавать за это дело. Прорываемся! Вперед, вперед! Ага, куда? А, туда. Идем в темпе, в темпе. Пока тех говнюков нету опять. Ой, блин. Чуть не упал. Контрольная точка, это уже хорошо. Первый рад за последние минут 10. Ну, на этот раз я не виноват. Куда эта лестница? Охрана его знает. Это точно. Сейчас узнаем. Небось, Влад. Прямая дорога, блин. Вообще хрен пойми, куда идти. Абсолютно непонятно. А это даже не стрелять, посмотрите. Пока к нему не подойдут. Идиоты. После вас. Да, мы вперед. Ну ладно.
Что-то зря сюда полез, мне кажется. Не ты одна. Пропасти. Примерно те же, что и к тебе сейчас. Это что валяется? Надо посмотреть. Официальная заявка WY-823 от десятника Джошуа Морриса. К сожалению, нам понадобится еще целая куча исследовательских модулей. Похоже, что у геолога, который выбрал это место для строительства, вместо головы задница. Я все слышу. Ну да, ну да. Из-за структурной нестабильности LV-426 из строя вышли, загибаем пальцы, раз, два, три модуля. Один пополам развалился после землетрясения, еще два упали в пропасть. Я уже говорил, что ненавижу эту чертову дыру. Это бы надо стереть. Юморист Хейнов. А куда боты вообще свалили, я не пойму. А, вот они. Я уже думал, они меня кинули. Куда столько чекпоинтов, когда они не нужны, ё-моё? Где они в начале игры были? О-о-о. Ништяк. Ага. Сейчас разберемся с тройкой. Тихо. Начинаю очередной еженедельный отчет о строительстве комплекса «Исток». Несмотря на то, что мы потеряли кучу исследовательских модулей, работа идет с большим опережением графика. Отчасти потому, что от «Истока» осталось гораздо меньше, чем нам казалось. Похоже, что одна часть отвалилась еще до нашего прибытия. Док, почему это произошло? Снесло потоком лавы. Ну да, именно. Мы достроим комплекс «Исток» в течение 2 недель. И я честно скажу, даже и без этой части это настоящий красавец. Ага, красавец, блин. И кто тут турель поставил, вообще не пойму. Че за говнюк? Черт, снова турель. Сдевайся. О'Нил, оставайся с Беллой. Я обойду эту штуку и отключу ее. Это будет сложнее, чем я думал. Причем, походу, намного. Уинтер, так. Это Сулака. Вы уже обнаружили список? Нет, сэр, мы еще на станции. Тут все в руинах, идем медленнее, чем рассчитывали. Понял тебя, парень. Как дела у Беллы? Не очень, сэр. Ей становится все хуже. Передай ей, пусть не вешает нос. Вас понял, сэр. Конец связи. Куда я попал? Вот оно чё. Ясно. Тебя-ка я выключу пока на всякий случай. Хоть эта хрень меня не преследует с прошлого эпизода. Это уже легче. Правда, мы еще не видели королеву. Матку или как ее тут назвать-то? Чужих. Ну, открывайте, е-мое. Да, чувствую, королеву оставили на финал, битву с ней, как обычно. Пока мне так в чужих против хищника было. Отлично. Ух ты. Эта хрень работает. Может, на гаражной распродаже. Хотя нет, смотри, работает. О'Нил, ищи список. А
Ах ты жопа кенгурячья. Вот он список. Тут. А это оказалось легче, чем я думал. Постой. Что? Там указан позывной морпеха. У них морпех? Кто? Пусть это выясняет Круз. Сулако, список у нас. Сейчас мы вам его отправим, потом проследуем в комплекс. Понял тебя, Уинтер. Удачи вам с Беллой. Ага, она не помешает. Это корабль. Они заметили, что включилось электричество. Здесь нас не увидят. Нужно двигаться. Быстро. Да-да-да-да-да, сюда. Открывайте, мать его. Потушу-ка я пока свет. Будет и так светло. Ладно, лучше бежать. Зашибись. Вот и заметили. Блин, опять вы. Надоело. Против людей воевать. Вы так любите против людей воевать-то, а? Он там еще живой? Да-да, живой. Был. Потом на забивание мне пригодится. Чё-то маловато их тут было, ну ладно. Потрепали так или иначе. Дайте угадаю, опять перестрелка будет. А не, контрольная точка. Спасибо за прикрытие, тупые боты. Аптека. Фу. Еле успел, ё-моё. Уж уши чужие. Да, уж уши чужие, с ними легче. Мы чужие с вояками сразу, это жесть. Не поймал, он мой. Патроны тебе не понадобятся. Блин, да сколько их там, а? Многовато ли, а? Куда чужой делся? А, вот он. Твою мать, кто по мне палит? Там еще, походу, где-то один сидит. Ага, обойди. Неудачно. Обошел ты. Так, шлем. Подствольные гранаты кончились, жесть. Сейчас и автомат до кучи кончится. Ну, прям создан для укрытия все. Так, лучше внутрь. Заряжай, твою мать.
Да куда ты? Так, тут ничего сделать не надо. Вроде нет. Так, лучше надо абаш. Вот только автомату и так патронов уже нету. Кто тут все взрывает? Лифт, ё-моё. Сулаков, мы почти уверены, что нашли вход в комплекс. Что там со списком? Появилась информация. Возьмите ситуацию под контроль и свяжитесь с нами. Вас понял, Сулаков. Да-да-да-да-да, вся фигня. Два ноуха уже каких-то доступно. Безопасности, сэр. Что со списком? Бишоп пробил позывной по всей нашей базе. У них есть морпех с нашего корабля. И он снабжает их информацией. Под пытками или нет, неизвестно. С нашего корабля, сэр? Они похитили морпеха Сифоры? С другого корабля. Он с Сулака. Не понимаю. Ведь все морпехи с Сулаку погибли. Никак нет, Уинтер. Один жив, и скоро они его увезут. А мы морпехов не бросаем. Ждите приказа. Конец связи. Да уж, чем дальше, тем веселее. Нашел для нас второе смертельно опасное задание. Одного было недостаточно, что ли? Мы сами вызвались. Морпехи своих не бросают. Умирать за кого-то я не подписывался. Нет, урод, ты подписался умирать за других. Обещай, если со мной что-то случится, ты постараешься спасти пленного морпеха. Белла. Обещаю. Обещаю. Это все можно было оставить и на потом. Так, ладно, на этом заканчиваем. Да, продолжим в следующий раз этого морпеха освобождать. В общем, всем удачи, пока.